Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья, мы сейчас находимся возле здания главного управления МЧС России по Кемеровской области. Сегодня очень приятная тема для нашей передачи. Это поздравляют наш канал, меня и вас, потому что наш канал, мой канал «Я и мой хвост», это я один не могу быть каналом. Все 24 тысячи подписчиков, все 95 стран мира сегодня получат награждение. Итак, друзья, давайте пройдем в зал и получим заслуженные награды. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые коллеги и гости нашего фестиваля. МЧС России уже 8-й раз проводит всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей. Созвездие мужества! Они просят привилегий и уж тем более вознаграждений. Их не встретишь на светских приемах и масштабных парадах. Эти люди считают, что просто выполняют свою работу. Искренне и честно. И в этом нет ничего героического. Но все-таки они герои. Герои нашего времени. И страна должна знать их лицо. Победителей межрегионального и регионального этапов Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». А начинаем мы с денежным сертификатом. Степанов Олег Петрович, спасатель объекта по защите населения территории Кемеровской области. И, конечно, фотография на память с участниками данной номинации. Красиво держат строй, и гордо шестят знамена. Дорогие герои, конечно, наши герои, судьи радости слова. Дорогие герои, слушайте нас и не слушайте нас и не убедите нас в огне, где солнце новое встает. Заслужите доверие и уважение, ребята, у вас все получится. Спасибо. Пришел, пришел, российский войска.